Царь Небесный, утешитель Духа истины, Ты везде есть, весь мир наполняешь, сокровищница благ и жизни податель, приди, вселись у нас и очисти нас от всякой скверны. И спаси благой души наши. Господи, именем Иисуса Христа просим Тебя, благослови наши занятия, и в этот воскресный вечер сам прибудь с нами. Направь нас на всякую истину, не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Прибудь с нами, сохрани нас в любви, согласии и единомыслии по Слову Твоему. Хвала же Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2-3 стихи. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Толкование. Апостол как бы так говорит. Из предыдущего вы без сомнения узнали, что мы приняты Богом как дети. Хотя это еще не открылось, однако же не смущайтесь, ибо неизвестное ныне сделается явным, когда Он откроется. И мы, оказавшись подобными Ему, наглядно представим свое усыновление. Ибо дети, конечно, подобны Отцу. Имея же дерзновение пред Ним, как дети, мы увидим Его, как Он есть, впрочем, не по естеству, ибо это невозможно для сотворенного существа, а так, что чистые увидят чистого, праведные праведного, ибо подобные пристанут к подобному. Посему-то перед этим и сказал я только, что мы будем подобны Ему, а не одинаковой природы с Ним. Ибо тогда я сказал бы не подобны, а такие же точно. А как этого не будет, то я и сказал подобны, то есть по качеству славы. Заметить также нужно, что апостол не сказал выше всякий, кто сделал или сделает правду, но делающие. Ибо добродетели деятельны и имеют бытие только во время совершения. А когда прекратятся или остаются только в намерении, то не имеют и бытия. Пожалуйста, если есть вопросы. Дальше. Продолжаем. Первое послание Иоанна. 3 глава, 4-5 стихи. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». Толкование. Подтвердив речь о правде, благами от правды, апостол хочет теперь показать тоже от противного. И что есть в оном? И говорит, всякий делающий грех. Он говорит, как бы так, вы, усыновленные,
делайте правду и не показывайте себя праздными от нее. Ибо как в отношении греха не тот грешник или беззаконник, кто совершил или совершит грех, но тот, кто держится зла и делает зло, так и праведен не тот, кто не действует, но тот, кто делает правду. Грех даже и неуместен в вас, ибо Христос явился для разрушения греха. И как сам был не причастен греху, так и вам, соединившимся с ним и утвержденным верой в него, не остается уже места грешить. Это и означают слова: «всякий, пребывающий в нем, не согрешает». Стих 6. Нужно также знать, что грехом называется отпадение от добра, а беззаконием нарушение положительного закона. Продолжим. Нужно также знать, что грехом называется отпадение от добра, а беззаконием нарушение положительного закона. То и другое имеют начало одно, отпадение от добра, а другое – преступление положительного закона. Но в сущности оба сходятся. Грешник уклонился от цели, назначенной по природе. И в природе… Ибо цель человеческой природы – жить по разуму, далеко устранив неразумие. Точно так же и беззаконник, неудержимо стремясь к злу, приступает закон, вложенный в природу. Так, желающие добавить, поговорить на эту тему, что за закон природы? Кто может пояснить? О чем здесь нам толкователь говорит? Грешник, беззаконник, вот разницу нам предоставляют. Но в сущности они оба сходятся. То есть он говорит, что в природе жить по разуму, то есть человеческая цель человеческой природы – жить по разуму, далеко устранив неразумие. Вот. Но посмотришь на этот мир грешный, прелюбодейный, и подумаешь, они сошли с ума. Люди сошли с ума, то есть они выбрали ложный путь и живут не по разуму, делают безумные поступки, грешат, ну, а грех ведет к смерти. Любое разумное существо хочет жить, но они разумно поступают тот, кто делает. Сережа, я на том занятии читал в притче Соломона первую главу. И там написано, первое начало премудрости – страх Господень. И тот, кто им руководствуется, праведник, да, он разумен. А дальше неразумные пойдут по путям своим. И как буря налетит на них несчастье и бедствие, и они погибнут.
Ну, первая глава читал там, начиная 4 стих, а потом дальше там с 9 и по 20. О разумии, о неразумии и разуме написано. Страх Господень, разум, не принять страх Господень, то есть премудрость не принять, то есть слова Божии не принимать, это неразумие. Можно еще почитать, если желание есть. Можно открыть даже, открою себя. Прочти еще. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. То есть безумные слова, неразумные, да. Вот это тоже сюда, да. Все атеисты, они все безумные люди. Не сама ли природа учит вас? То есть язычники, они могли узнать Бога по взгляду на природу. Небо, звезды, ну кто-то же это же сотворил все это. Неужели вы, вам разум ваш не подсказывает, что это никакие не ложные боги все это делали, а Творец? И еще хочу, можно сказать, вот там такая строчка есть, что грех приравнивается к неделанию добра. И вот хотел как раз сказать, что у нас вот сейчас в храмах, да и не только в наших православных, вообще и у католиков, да везде, защита Отечества первым делом, то есть надо, чтобы молодые люди шли, и верующие всякие разные, их благословляют священники, и чтобы они поднимали оружие и убивали. А ведь еще Господь в Ветхом Завете сказал, не убей, только не раскрыл как следует это все. А в Новом Завете Христос сказал, люби врагов. И тут все понятно, что не убить человека другого, то есть не сделать ему зло, это есть добро. И сам Господь говорит, ну, через, что не протився злому, злом, противопоставь злу добро. Ну вот Сергей Евтушенко пишет, мир как раз живет по разуму, но по разуму низкому, плотскому. Ну, я тоже слышал такое, что вот этот низкий плоской разум, они люди плотские, они так размышляют. Чужое себе присвоил, это хорошо. У меня забрали мое, это плохо. То есть вот так вот они. Чужую жену себе взял, это хорошо. У меня увели, это плохо. То есть вот такое у них развлечение добра и зла. Как бы... По низкому, плоскому, по разуму живут недуховные люди. Вот. И здесь нам апостол Иоанн, ну, не нам, он тогда он писал это послание, кому он это писал, людям верующим. Но и до наших дней это дошло, конечно, и нам он это пишет. Вот, для чего Христос явился? Для того, чтобы взять грехи наши. И что в нем нет греха. Вот. И мы теперь должны вот этой, от этой плотской жизни, от как раньше мы делали дела беззаконные, служили закону греха, что нам дьявол говорил, то мы и делали. Вот. Ибо Бога не знали, не могли противостоять Его силе, потому что без Христа это невозможно. И как вы служили греху мы в молитве утренней, так ныне дай нам послужить, Господи, вот тебе. И об этом нужно молиться и просить, и просите, и дано будет вам. Ешь больше, спи дольше, а в конце на могиле лопух. Цитата Игнатия Тихоновича Лапкина. Вот очень хорошая религия. Вот. Убаюкивающе, но все равно лопух будет. Так вот сейчас налопает да, нас плюс. Нет, христианство говорит, что впереди таких людей ждет ад, вечное мучение. Притча о богаче и Лазаре об этом говорит. То есть он жил по такому принципу, а бедняк просил у него есть. И богач, будучи внуком, написано. Тут одно только вот непонятно. Закон, вложенный природой. Вот здесь это, почему природой-то, а не Богом? То есть как бы уже то, что Господь сотворил, это есть природа, и там все понятно, потому что Адам, он возделывателем был.
он исполнял слово Господне, жил со зверями, то есть он был как ветеринар, или как там назвать его, любитель животных, имена им давал, то есть вкушал от деревьев, там, от тех, от того, которое нельзя, он не вкушал, ну, пока Ева не появилась, конечно. То есть вот это и есть природа? Или уже в конце, потому что ведь это как бы Адаму чего-то не хватало, и Господь теперь усыпил его и дал ему жену через ребро его. То есть как бы еще подделано было немножко, как бы конституция, еще такой дополнительный закон. Или теперь вот это вот уже природа? Вопросы. Так, желающие есть ответить на этот вопрос? Что это? Какая природа имеется в виду здесь? Нету никого. Игнатий Тихонович, желаете на этот вопрос? С нами нет? Ответить. А что нужно знать? Игорь спросил, о какой природе говорит толкователь? Чтобы сама природа подсказывает. Ну, та, которая окружает. Нет, там ссылается на разум, что природа... Ну, мы должны это понимать. Сама природа учит. Когда мы смотрим, мы учимся у природы. Пойди к муравью. Природа научит, как трудиться. Пойди к пчеле, посмотри. 6 глава, 6 стих, полная Библии с неканоническими книгами. Так и в человеке. Не сама ли природа учит, что у мужчины борода растет, а у женщины нет? По природе у нее нет. А если растет, какие-то гормоны сбиты, что-то у нее там связано с органами. И так не растет, когда это тоже ненормально. А так обычно 99,9% где есть борода, там нету. А теперь обращается к волосам. И здесь точно так же. Природа говорит о том, что женщина слабее. Ну, конечно, в большинстве случаев. Она более уязвимая. Ну, да. Вот крейсер Росомаха, Льва Толстого. Там они как были, гуляли, все. Ну, а вы что делали? От мужчины ничего в доме не прибудет. А женщина, представь, дочь, она беременная. И дальше от кого принесла? Как верещать? Что? Она не знает, не трезвая была. Вот и весь ответ. Не сама ли природа учит, что сама женщина более уязвима, ее более надо охранять. Ничего не жалеть. Охрану нанимай, что угодно делай, сохрани ее. Не сама ли природа учит? Маленький ребенок, это любое. Кошка, котенка защищает, птичка. Своего птенца, даже голубь, который никогда не клюнет, а в гнезде сидит, когда малыши, она руку долбит. Не сама ли природа учит, что надо защищать? А убивать нету, в природе нигде этого нету, чтобы дым создавали, курили изо рта. Не сама ли природа учит, что это делать нельзя? Выхлопной трубы нету. Ну, то есть то, что в природе, мы должны это видеть и применять к себе. Тут никаких духовных откровений нету, природа открыта всем. Вот возьми простой пример. Сократ сидит со своими учениками, а жена недовольна, что он с ними сидит. Делать-то ничего не делается. Она была у него очень сердитая, Ксантиппа. Ну, просто злая. Есть свидетельство, что специально, зная, какой у нее характер, женился на ней, чтобы характер свой выработать, отточить. Вот вообще труднообъяснимо. Она начала его поносить. Сидишь тут целыми днями, лысиной сверкаешь. Тут пошел там, он не загорожено, там садить надо. А эти сидят, рты разинули. Что он вам сказал-то? А он как сидел, так и сидит. Она берет лохани и бултых со второго этажа на голову. Ну, что по-нашему-то было бы-то? Он вытер голову и говорит, ну, я знал, как в природе-то. Если гром идет, то дождь обязательно будет. Вот и все. Я что могу сказать? Так природа.
Больше ничего не надо тут. Смотреть надо внимательно и переносить на себя. Птицы рано встают, рано. Не сама ли природа учит, что рано надо вставать? Кто в деревне был, посмотрите, когда гращи, как они рано достают. Темно еще. Еще 4 с чем-то часа, а грачи уже летят. Воробей долго спит, а ему никуда не выезжать. Он на своем месте сидит, спит. Вот в природе внимательно смотреть, и многому можно научиться. Господь и говорил, посмотрите на птиц небесных. Не сеют, не жнут, а Отец Небесный питает их. А вы чего уж так хлещетесь-то? Вот не хватит там прокормить никак. Да Господь как-то делает их. Кто даст тебе? Просыпал кто-то. Вот нынче просыпала машина у нас там опрокинулась. Гороху мы набрали-то с Володей там 7 мешков, это определенно. А потом провеяли их и другим стали давать. А у Андрея там такая рушалка есть, он машины дробит пшеницу, там свиньям запаривает-то. А мы принесли горох туда, он его сыпет, он прям сразу его прям в муку превращает, гороховая мука. Надо тут предложить кому-то. Прям размачивать, прям тут же размачивай и ешь. Так что в природе есть это и здесь. Прям дает Господь. То птица какая-то, то еще что-то. Кто видел так, чтобы в природе курица в день 2 яйца несла? Я таких людей не встречал. Никто этого подтвердить не может. А протопоп Аввакум говорит, одна курица была в дороге, и все, каждый день 2 яйца сносила. Это вопреки природе. А Господь иногда меняет, чтобы как-то облегчить участь человека. Не только на птиц небесных посмотреть, а на зверей, птицы. Это гнезда имеют, лисицы, норы. Мы смотрим, правда, нора. Особенно барсук делает входы, выходы у него, горница, спать, кладовая. И что интересно, лиса сама не умеет так рыть-то. А ей нравится это. И когда барсука нет, он уйдет на работу, то она к нему залазит в комнату и начинает везде оправляться в комнате. Там ему и на пижаму запачкает, простыни ему все запачкает. Он придет, ну все пропиталось лисинным-то. Отходами это. Он говорит, фыркнет оттуда, идет в другое место, копает снова, а она отбила. Вот так от природы люди берут гадости всякой, добрых людей выживают со своих квартир. Если внимательно смотреть, природа много дает уроков нам. Все, отошел. Спасибо, Христос. 1 Иоанна, 3 глава, 6-7 стих. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Толкование. То есть, кто неослабно следует за добродетелями и никогда не перестает совершать их, сказав, что Сын Божий явился, и что Он явился для того, чтобы не сотворивши своего греха взять, то есть уничтожить наш грех, прибавляет, всякий согрешающий не видел Его. Если вы, говорит, когда Он явился, увидели Его, и вследствие видения Его получили силу не уступать греху, как совершенно утвердившиеся в нем, то очевидно, что те, которые грешат, не видели его и потому не познали его. Под видением его разумеет не видение простым прикосновением глаза или легким воспроизведением в своем воображении чего-либо известного, но нежелание сколько-нибудь обсудить и разузнать дело и присоединиться к нему, как мы выше говорили. Сказав же это, утвердительно заповедует, да не обольщает вас никто. Смысл такой, кто делает правду, тот познал праведного и праведен, как и он, то есть Бог. Напротив, кто делает грех, тот от грешника, то есть от дьявола, так как он грешит от начала.
Посему Бог, пекущийся о создании своем, сам, будучи правдой и святостью, открылся, то есть явился в мир, чтобы уничтожить дела дьявола. Вопросы, может быть, какие-то есть? Может, недопонимание, мы уже говорили на эту тему, что как так? Написано, не грешит, а я грешу, так значит, что я не познал Бога, что ли? Могут же такие вопросы задать. Значит, что я от дьявола? Писание говорит, что мы согрешаем. И кто говорит, что он не без греха, тот обманывает себя. Казалось бы, такое противоречие. Опять мы к этому вопросу возвращаемся. Который раз. Желающие расставить точки над «и» есть у вас среди нас? Можно? Греху нет места там, где есть видение и познание Бога. Можно сказать? Можно. 1 Иоанна 18, это когда потом дальше будем показывать, там сказано, что хранит себя, то есть рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукаво к нему не прикасается. Слово хранит, то есть в своей свободной воле. К чему у тебя душа тянется? К греху или к святости, непорочности? И Игнатий Иванович очень часто приводит слова Златоуста, Иоанна Златоуста, что когда мы делаем, говорит, грех, мы, говорит, от дьявола рождаемся. А когда делаем добро, рождаемся от Бога. Все у меня. Ну а как сказано, невозможно служить Богу и мамоне. Как так, человек? То туда служит, то сюда. То грех делает, то от дьявола, то опять от Бога рождается. Одновременно, Сережа. Невозможно одновременно служить Богу и мамоне. То есть ты или Богу служишь, или мамоне. Одновременно никак нельзя. То есть, ну, между вашим и нашим, там, моя хата с краю. Это не пройдет. Согрешаешь, служишь дьяволу. Веруешь в Господа, в слова его, подобен Христу, ну, его сущности. Одно дело, когда ты споткнулся, упал, то есть согрешил где-то и попросил прощения Господа, поднялся, то есть. А другое дело, когда ты пребываешь в грехе. Угу. То есть повторяешь этот грех осознанно, это ты, значит, служитель дьявола, зная, что этот грех, и каждый день его повторяешь. А если раз, нечаянно, там, как говорится, бес попутал, пришел покаяние, то это ты не служитель греха, ты просто споткнувшаяся овечка. Вот. Церковь врачует эту рану, идешь на исповедь, и епитимия какая-то может быть наложена за этот грех, ты каешься. Вот. И впредь этот грех уже не повторяешь. Тогда ты служишь Богу, получается. И нету места греха в твоей душе, он тебе противен. Перед этим мы говорили, что как так, то, которого не хочу, делаю, а то, чего не хочу, то делаю. То есть не хочу делать грех, но я делаю. Бедный я человек. То есть что это апостол Павел Римлянам, про себя он пишет, да что он грешник такой, что ли? Да нет же, он пишет про человеческую природу. Паша, вот перед этим мы говорили о природе, которую Бог сотворил. Она, как говорится, душа по природе христианка. Она христианка по природе, там в раю была безгрешная, а сейчас падшая природа.
Природа человеческая склонная ко греху. Склонная, и в то же время Христос дал силы противостоять этому греху. То есть христиане, будучи склонными ко греху, имеют в себе Христа и способны противостать этому греху. Дьявол, он связан, сидит на цепи, но он еще не уничтожен до конца. Это будет во второе пришествие. Он посылает своих кривлетов, которые нас наускивают делать грех. То есть мысли злые, нехорошие, разрождаются в нашей голове. Если мы их не просекаем, не молимся, не бодрствуем, не храним себя, как брат Владимир правильно заметил, но мы впадаем в этот грех, спотыкаемся, не увидели лужу, не обошли, плюхнулись в грязь. Вот, подножку эту не распознали, может быть, опыта духовного было, может быть, советника рядом не было, посоветовал бы, который не поступать так или иначе, более опытный. Вот. Бывают грехи в ведении, не в ведении, то есть человек не знал, что это грех. Грех обнаруживается посредством закона. Не было закона, не было и греха, не было светофоров у нас в городе. Все ездили как попало. Появился светофор, красный загорелся, проехал, все, нарушитель, плати штраф или там лишайся прав там или как. Все. Так и здесь. Был Ветхий Завет, который за грех повелевал убивать человека. Побейте камнями этом. Женщину, взятую в прелюбодеянии, что повелевает, у Христа спрашивают закон. Все понимали, что он должен сказать побить камнями. Но Христос он так и сказал, кто из вас без греха первый бросит в нее камень. То есть он не отвергает этот Ветхий Завет, потому что он его законодатель. И что же произошло? И они, будучи обличаемы совестью, все разошлись. Вот в чем загвоздка. Сережа, написано, что хула на Духа Святого не прощается. Даже если человек говорит, похулит сына человеческого, то простится ему. А хула на Духа Святого не прощается. То есть Господь прощает грехи. Но есть некоторые грехи, к смерти написано даже, то есть за которые даже молиться нельзя. Ну как это определять, вот это сложно. Но однако они есть, о них говорится. Ну там я бы не сказал бы, что нельзя. А бесполезно, правильнее было бы сказать, потому что человек, похулив Духа Святого, он уже не собирается раскаиваться в этом. То есть он осознанно встал на путь хуления Бога и Духа Святого. И назад пути он не видит и не желает. Это его свободная воля. И его свободную волю нашими молитвами уже мы не можем и никак переделать. Вот. Если, допустим, человек говорит, Господи, что мне делать, я похулил Духа Святого, нет мне прощения, значит, он еще не похулил. Значит, есть надежда, есть начало покаяния, значит, будет и конец этого покаяния, и Господь его простит, он пойдет на исповедь, и батюшка скажет, властью, данную мне от Бога, прощаются тебе грехи. И у него, как ну, все знают, может быть и не все, я, по крайней мере, знаю это состояние, когда как, вот, как камень с плеч, то есть ты освобождаешься от греха, то есть ты его исповедуешь, он тебе противен, тебя совесть давит, мучает, но ты рассказал, исповедовал, поделился, услышал от священнослужителя слова, властью данную мне от Бога прощаются тебе грехи, и ты, ух, все. И ты очищенный, идешь. Вот. А если тебе еще и епитимию наложили, ты с радостью ее выполняешь, зная, что ты грешный и заслуживаешь этого епитимии церковного наказания. Другое дело, что у нас сегодня в нашей Московской патриархии эту епитимию не назначают. Ну что там 100 поклонов? Она там дитя в утробе удавила. Ну и что? Она завтра пойдет, опять удавит его, абортиц. Вот. Поэтому
А когда знаешь, что тебе идти исповедовать, и уже у тебя заслон перед этим грехом, и ты пребываешь во Христе, и Он охраняет тебя от этого греха своей благодатью, силой своей. Да, Игорь Тихонович? Открой Иеремию 7:16. Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя. Ни о каком на Духа Святого еще речи нет. Теперь первое послание Иоанна, которое проходишь 5:16. Не услышит. Здесь никаких открытий-то нету. Но когда начинаешь вникать, глубокая тайна. Это если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Видишь как. Значит, надо различать духов. А перед этим, которые считали, к лживому ложь подходит. К нему обязательно какие-то люди, какая-то информация подходит. И он душой своей не поймет, а я прочитал. И дальше он, ну вот видели тут, какие там нападают, говорят там, Максимов, там, Георгий, другие. Ему ничего не надо. Почему? Все садится и на него, и проникает в сердце. Ему говорят правду, он ничего не может принять. Почему? Он пропитался ложью. И правда ему не принадлежит. Он не может ее... Она не проходит у него по мозговым жилам-то, по каналам мозга. Ложь, он сразу на ходу ее обрабатывает, она проскальзывает, он живет. Почему? Сродство. Сродство с дьяволом, не с Богом. У него ни страха никакого нет, ничего нет. И таких мы встречаем, особенно вот здесь в интернете, сколько угодно. А почему? Не молятся, не очищенные. Нет крещения Духом Святым. Человек движется природным. А природно в природе. И здесь он привык зло делать, корябаться, как какая-то дикая кошка или что-то. Как эта лиса в норе у барсука. И вот это место, которое сейчас проходите, это очень сложное место, где надо все время размышлять, смотреть, почему нельзя, как так неправда. И поэтому желательно каким-то образом выделить время еще раз прочитать, а может сейчас. И на каждом слове останавливаться. Он говорит о любви и о неправде. А это глубокая наука. Вот я говорю, когда я первый раз услышал Тиана Златоуста, когда он говорит, Евангелие вторично, как вторично, оно же на первом месте, по времени. И по рассуждению. На первом месте совесть. Вот я много считал про совесть. Там Ян Касьян, что говорит. Марк Авва. У меня есть своя наработка. Что такое совесть? Совесть – это тот участок души, не душа, а участок какой-то, через который слышится голос Божий. Ян Златоуст говорит, Моисей, когда написал первую книгу Бытия? Ну, 3600 лет от наших дней. А когда этого жили? А так, как считаем мы послание к Римлянам, совесть то судит, то оправдывает. А у человека это нет, сожженная совесть, Павел говорит. Сожженная, бессовестной. Поэтому упрекать бессовестность, это очень опасно, можно согрешить. Ну, а иногда видно... Любая ложь, она на него заходит, он сидит, ему за это платят, он оправдывает это. Ну, но все это временное. Даже оглянуться не успеет, как уже расплата подойдет. Как у индийцев карма. Эта карма накроет его. А люди будут говорить, ой, да такой хороший батюшка был, и как так могло случиться? Вы не знаете, что в закромах этой хорошей. Хороших в аду очень много. Он голос Божий не слышал.
Он видит, выгодно этого человека поносить, вот отца Владимира. Они сразу бросились на него, Головина, начали пожирать. Сказал там один другу, они договорились, а там шайка, братья своя. Бросились на Андрея Ткачева. Им разницы нет. Вот как-то на меня Бог милует, они по одному вылазят. Кодлы все не вылазят. Иначе придется дать сражение. Вот как. А почему Бог допускает такое? Почему? Потому что гонений нету. Расслабились, а Господь допускает вот такое гонение. Участь им такая должность выпала, клеветать, поносить. И поэтому с позиции вечности, если воображение развито, наступил суд Божий, мы воскресли. А у него ничего, кроме поношения-то. И я ему не просил. Я сегодня говорил об этом. Я прощаю, но надо любить. Молитва без любви, она тебе только не до него доходит. Его полюбить, а я его не могу полюбить. Он безобразник, сколько душ он погубил. Задача полюбить. Жене легче, послушание мужу, какой бы он ни был. А у мужчины любить жену, а ее любить в дом пускать не надо даже. Она что попало делает? Уходит к подруге, а сама с чужим мужиком. Ты можешь разместись и в то же время любить. Гадости говорит, любить, любить и все. А ей что, только слушайся и даже не думай ни о чем. А мы считаем, что ой, женщины трудно, как они любят стонать-то. Ей легко в этом вопросе. Легко. Где она ошиблась, муж рядом. Он сказал, слушай, ты что делаешь это? А мужчина должен слышать голос Божий, потому что ему глава Христос, а ей глава муж. И глава говорит, в голове есть язык. А ей дети там должны слушаться. Это власть от Бога, родители над детьми. Это власть. Мы привыкли так вот жениться, это, ну, ребенок от первого брака. Мальчик уже большой. И ничего нету, сошлись, а вот что-то, папой зови его, папа, какой он мне папа? А я и не обещался его слушаться буду. А раньше было так. Это таинство совершалось в присутствии сына. Венчание идет, и сын рядом стоит. А теперь до него добирается священник. Ты слушаться будешь его? Но ему уже сказали, что нужно делать. Он отвечает «да» и ложится на порог. И мужчина, который его теперь усыновляет, наступает ногой ему на шею. Ну, не больно. То есть он отдает себя в полное распоряжение отчима, который будет его кормить и защищать. Попробуй сегодня сказать «да такое унижение, да то другое». А в монашество как принимают? Я видел, епископ берет ножницы, начинает говорить о трудностях монашеской жизни. И подстерегать я тебя не буду. Ну и стоит там, где впереди, вот Покровский собор. И он оттуда бросает ножницы. А ножницы так подскакивают. И плитка же, ну, как скользкая-то. И они ножницы подскакивают и катятся к самым порогам. А народу сколько? А кого он подстерегает, тот лежа ползет по-пластунски за этими ножницами. Лежа. Прямо как вот разведчик. Пластуны их называли в царской армии. Этот пластун берет ножницы эти и с ножницами ползет обратно к епископу, а он стоит, его ждет. Он опять говорит о трудности и бросает как бы с гневом. Что тебе постригаться? Живи, как жил-то. А он опять ползет. Ему епископом охота. У него там уже мантия сшита и клобук. Я видел, как монашество. И Андрей Кураев об этом говорит. Ты не знаешь правила. Вот у тебя все отнято, все, ничего нету, нету. И он тебя в любой день, не объясняя причину, может выгнать. У тебя ничего нету. Один вокзал, если тебя не заберут. Ты куда идешь? Что такое монашество? Тут это не монахи, как говорил Игнатий Брянчанинов, а актеры. Монашество кончилось. А по-настоящему это очень сложно. Какая процедура? Вот как не оскорбление, это поганое слово, а вчинение в его чин. Такое слово редкое. Ну вот и все. Так, тут вот Олег написал в чате.
Вот, берет ссылку Елены Фаур. Так. Она пишет, силой Духа Святого мы не допускаем грех. А Олег говорит, не допускаем. Ну и приводит, Давид грешил. Прокомментируйте, пожалуйста, вот это. Почему и было сказано, бодрствуй, грех лежит у дверей, но ты господствуй над ним. Грех лежит у дверей. Может пасть? Может. Любой может. Как только благодать отошла, как Серафим Саровский, когда меня Господь покидал, я говорил неправду. Он сознается. Это сложные вопросы. И их нужно обсуждать. Обсуждать может тот, кто на деле боролся, победил и говорит. Не просто умом и языком. Делом, жизнью подтверждать надо. По правде жить непросто. Вот сейчас сказали бы, за правду там платят что-то где-то, а за неправду тебя будут там наказывать или что-то. Ну, тут можно так придумать-то. Ведь если правду сейчас включить, государство развалится. Вот поистине, чтобы все было-то. Никакой взятки, никакой милиционер не берет. Лоббирование интересов прекратилось. Депутаты собрались и говорят, да как это я могу получать 1 000 000 рублей, когда получают люди 8 тысяч только. Даже неправда, я не трачу столько энергии это. Что было бы дальше? Ты президент бы тоже сказал, а мне за что платить? Он Коста-Рика там где-то, он огород возделывает. И все, президент. И отказался, ничего не получает. От своего дохода живет. А тут только две женщины машину протирают. Да, вот пишет это. Может пасть, да, может. Мы об этом знаем. Ты ходишь, бодрствуй, ты ходишь с падением твоим. Оно всегда с нами, в закромах. И даже не знаешь, где... А можешь пасть? Ну, сами видите, какие люди идут и падают. Интересно, про Юлия Цезаря говорят, когда он с корабля сходил, что-то нога подвернулась или трап покачнулся, он упал на землю. А рядом гренадеры стоят, все. И вот, ну что, упал. Считается, унизил себя. И он сразу поцеловал землю. Ой, ты родина моя, я вернулся к тебе, как будто он специально это сделал. Ну, а так уже сохранилось. Ну, и солдаты подражать стали, видимо. Родная земля, поцеловал, ничего в этом нет, наоборот. Растроганный военачальник. Так, ну я немножко перефразирую, чтобы понятнее было. Силой Духа Святого мы не допускаем грех. Я перефразирую. Силой Духа Святого мы можем противостать греху. Да и аминь. И кто скажет, что нет, силой Святого Духа мы не можем противостать греху, да будет анафема. Я прав или нет? Это все правильно, но возможность эта всегда остается. Я не спорю. Я говорю лишь о том, что утверждение, что мы силой Святого Духа не можем победить грех, это слова богохульные. И здесь мне повиделось это богохульство. Допускаем. Если, вот, если рассуждать, что ну, вероятность падения, я не говорю, что это я сам падал с Духа Святого и восставал. Кто же этого не знает? Но я сам и побеждал. А говорить, что я не могу победить грех, если во мне Духа Святого нет, ну, значит, это богохульство самое настоящее. А для чего тогда Христос приходил? Для чего тогда Он утешитель, Он посылал Духа Святого? Иоанна 3:8. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Толкование. Так как дьявол постоянно общается в грехе, обращается в грехе, то всякий, кто грешит, становится сторонником дьявола. Ибо дьявол предначинает в человеке грех, внушая ему лукавые помыслы, как Иуде.
Евангелие от Иоанна 3:2. 13:2. Давайте вспомним. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его. То есть дьявол внушил Иуде предать его. Не сам Иуда, дьявол. Иуда мог противостоять? Конечно, мог. Но не захотел. Почему? Ну, одной из причин там указывается. Потому что был вор. То есть жил в грехе. Воровал с ящиков, которые клали. Он знал, что это плохо, что клали-то не ему, а на дело Божие. Он себе присваивал. Так же, как дети Ильи приносили. Жертвы в храм. А они вместо того, сначала сами ели. И отец-то их не мог никак их вразумлял, все, а что нужно было делать? Златоуст говорит, изгонять, вязать и пороть, и был бы прав. А если он этого не делал, о, Бог наказал и детей, и его самого. Иной скажет, как дьявол бывает в тех, которые грешат, когда они прежде него согрешили уже тем, что дали ему место. Тому должно сказать, что делать грех и давать место дьяволу одно и то же. Ибо дает ему место тот, кто грешит, подчинившись похоти, а с принятием его уже и на деле совершает грех, ибо это значит делать грех. Хорошо сказано, кто делает, а не сделавший. И в том отношении, что покаявшийся уже не от дьявола, но от него только тот, кто совершает грех. Так и раб греха есть тот, кто делает, а не тот, кто сделал. Ибо всякий делающий грех есть раб греха. Пожалуйста. Вопросы. Вот оно и как бы растолкование, в чем спор-то у нас возник. Делает грех и сделал. Сделал и покаялся, это не нужно говорить, что человек грешит. Он не грешит. Он споткнулся, упал, отряхнулся. Овечка, она не валяется в грязи. Если ты увидел на овечке грязь, а она в грязи валяется. Не валяется, она споткнулась, упала, идет в баню мыться. А вот свинья, она лежит и хрюкает. Вот. Это ее место. Также вот делающий грех есть раб греха, а он свинья. Не мечите бисер перед свиньями. И свиньями названы люди верующие, которые пребывают в грехе, вот как свинья. А называется верующие. Это также сравнивается, как вымытая свинья идет валяться в грехе, как пес возвращается на свою блевотину. Так и мы, познавшие истину, возвращаемся вот к этому греху. Лучше бы нам было не родиться, чем познавшие истину опять делать этот грех. Сергей Игнатов пишет. Очень многие священники, особенно из числа капелланов новой в Украине, православной церкви Украины, постоянно подогревают патриотические настроения среди солдат, воюющих в Донбассе против русскоязычного населения Донбасса, поддержанного казачеством и добровольцами из России, которые не приняли новую власть в Киеве в 14 годах и отказались ей подчиниться. Фух, ну что тут сказать, вот он и... Сережа, и в обратку скажем, что очень много, почти все священники в России, они молятся за победу оружия в Донбассе, наоборот. Что, нашла коса на камень?
Они все такие священники, потому что неправильный вход в церковь с самого начала. Берут пацанов, садят их за парты и учат их на священников. Это маразматизм называется, самый настоящий. Выучить можно хоть на кого, только не на священников. Потому что священство – это таинство от Бога самого. Христос выбирает себе священников. А тут выбора никакого нету, потому что верующих никуда не допускают. Вот сам Сергей Павлович же и пошел к нам сюда, в семинарию, и только сказал одно слово о войне, что воевать нельзя. Сразу был изгнан. Ну и так далее. Там столько выдумок всяких разных. Туда даже близко подходить нельзя, когда тебя выбирают в священники. Так что они везде хороши, как у Булгакова. Все вы, сударыни, хороши. Обе вы хороши, вот так сказано. Так. Елена, Игнатий Тихонович, слышите меня? В прошлый раз Елена Фаур не могла помолиться. Сегодня, пожалуйста, в конце занятий предложите ей, Елене Фаур, помолиться. Она просит. Хорошо, просила передать вам, потому что вы назначаете молящегося в конце занятий. Екатерина пишет, возрожденный христианин продолжает бороться с воздействием на него плотских вожделений, одолевать которые он может только при помощи Духа Святого. Галатам 5 глава 16 по 26 стих. Ну, я думаю, надо прочитать, раз на это заостряет внимание сестра. Галатам 5, 16, 20. 16 стиха. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Вот кому он пишет? К галатам? К верующим или к неверующим? К верующим, конечно, он предостерегает. Ну а что, не прелюбодеи, блудники, не волшебники-то? Да нет, конечно, но... Они... В этих грехах падения человека. Такие... В этих грехах падения человека. Вот поэтому и предостерегает. Еще раз не расслышал. Я говорю, в этих грехах падение человека. Ну, любой человек от этих грехов может пасть. Ну, вот, допустим, волшебство, а я не паду. И вдруг ребенок заболел, и никто не помогает из врачей. А тебе кто-то сказал, а вот там бабушка помогает. И ты все пренебрег, забыл Христа и пошел туда. И пойдут, и идут. Это так, просто пример. И там будут, там шепчут, нашептывают, там воду брызгают. И младенец выздоравливает еще. Ну или там не младенец, какая разница. И верят в это, и падают на этом. Читаем дальше. Первое послание Иоанна. 3 глава, 9-10 стихи. Всякий, рожденный от Бога,
не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, есть от Бога. О, простите, всякий, не делающий правды, не есть от Бога. Равно и не любящий брата своего. Толкование. Вся, кто делает грех, потому что грешит, есть от дьявола и называется сыном дьявола, как апостол Павел сказал Елиме. Сын дьявола, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? Деяния 13.10. Очевидно, и тот, кто рожден от Бога, будучи сыном Божьим, не грешит, потому что семя его Божие, то есть или Дух, с большой буквы, которого мы получили через дар, которого удостоились, и который, пребывая в нас, соделывает ум наш, не допускающим греха. Или же сам Христос, который, обитая в верующих, соделывает их сынами Божьими, как и сам Христос в семени Авраама есть сын Авраама. Матфея 1.1. И в семени Авраама сказано, то есть во Христе благословятся народы. Бытие 12.3, Галатам 13.16. Давайте вспомним Бытие 12.3. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословлятся в тебе все племена земные. То есть это Бог говорит кому? Аврааму. И сказал Господь Аврааму. А о ком? О Христе, потому что потомок Христос Авраама, сын Давида. А Давид от Авраама. И Галатам 3.16. Давайте вспомним. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном. И семени твоему, которое есть Христос. Вот какие обетования были Аврааму, что от его семени родится Спаситель Христос. Объяснение Златоуста. Всякий раз, как мы грешим, мы рождаемся от дьявола. А всякий раз, как совершаем добродетель, рождаемся от Бога, потому что семя его пребывает в нем. 1 Иоанна 3.9. Вот читали только что. Семя его пребывает в нем. Раз семя его пребывает в нем, поэтому он и не делает греха. Слово Божие предотвращает нас от всякого греха. Семенем называют Духа, которого мы получаем через крещение, или который, пребывая в нас, делает ум наш недопускающим греха. Если же кто не родится от Бога, тот не получает Духа Святого. Иное объяснение. Семя Божие есть Христос, который, обитая в верующих, соделывает их сынами Божьими. Так семени Авраама, которое есть Христос, благословляются все народы. Иначе семенем называют первое поколение родоначальника, отличающееся добродетелями. Родоначальник своими добродетелями как бы орошает свое племя. И чем сам приобрел славу, тем и своим преемникам дает возможность быть в славе. Особенно если они соблюдут достоинство предка своего, неомраченными, ибо они доставляют славу не всякому без разбора. Почему иудеи, хотя и напрасно, говорили Христу, мы семя Авраамова. Евангелие от Иоанна 8.33. То есть, если мы христиане, то наш родоначальник Христос, а он безгрешен,
Если он в нас живет, если мы в его учении живем, то ум наш противится греху. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. То есть Дух Христов или Святой Дух, что одно и то же, подсказывает нам, как избежать греха, как противостать греху. То есть мы бодрствуем, молимся, просим и удерживаем, воздерживаемся от греха. Вот, и вот еще подсказывают, ум надо держать в молитве постоянно. Ну, еще святые учат, держи ум в Аде и вовек не согрешишь. То есть помни о гиене огненной, бойся. Вот, и это тебя удержит от греха. Причем обещание наказания больше действует на человека, чем обещание будущих благ. То есть, если бы вам сказали, что вот не будешь делать греха, и упадешь в рай, ну, неизвестно. Человек мог бы пасть. Ну, рай, что такое рай? Как-то без рая могу обойтись. А вот если человеку внушить, как вот мама Игнатия Тихоновича внушила с детства, боясь ко греху, как-то сумела она это сделать, вот, устрашить. И ребенок вот вырос не впавший в тяжкие грехи, слава Богу. То есть семя Авраамова, то есть они говорили, то есть это не плотское семя, а духовное. То есть мы по духу должны быть родственники Аврааму, а не по плоти. Но мы христиане, поэтому и по духу поступать должны они. То, что мы православные, это... Еще ничего не говорит, тут тоже вот они говорили, что мы семя Авраамова. Немало не поможет. У нас 80% в России называют себя православными. А начни спрашивать о их вере, что за вера такая, да, и не могут рассказать. Как я сколько раз повторяю, говорю, ну, разговариваю с человеком, веришь, что Христос воскрес? Верю. А что ты воскреснешь, веришь? Тишина. Не евангельская вера. Ему это не надо, что он воскреснет, что на суд пойдет, Бог Божий отвечать будет свои дела. А зачем? Ему Бог нужен здесь, на земле и сейчас. Квартира, машина, дача, жена красивая, дети, чтобы не болели. А кто только в этой жизни надеется на Христа, тот несчастнее всех человек. Вот. А Христос не так учил. Он говорит, в этой жизни будете иметь скорби, печали, тяжек путь, тернистый, узок путь, ведущий в Царство Небесное, а широк путь, ведущий в погибель. И мы, христиане, осознанно по своей воле встаем на этот тернистый, тяжелый путь ради Царства Небесного, ради жизни вечной со Христом, зная, что в этой жизни временной, плотской нас будут поносить, унижать, оскорблять, там, с работы увольнять, там, гнать, всячески злословить неправильно. Ну вот, я думаю, разобрались мы, что такое грех, то есть как противостоять греху. Самому человеку это невозможно, только при помощи Божией это делается. Вот. И кто говорит, что это невозможно противостоять греху,
Ну, тот не прав, конечно. И тоже, кто говорит, что я вот теперь в Духе Святом, я никогда не согрешаю. Обманывать самого себя. Все согрешаем. То есть можем противостоять, но можем и споткнуться. То есть, кто думает, что он стоит, бойся, чтобы не упасть. Значит, есть такая возможность. Вероятность, так сказать, есть. Исключать это ее тоже ни в коем случае нельзя. Как сектанты говорят, а мы спасенные, мы уверовали, мы спасенные. Сами блудят, а спасенные. И умом, и телом причем блудят. Мы спасенные в надежде, то есть мы надеемся, что Дух Святой оградит нас от греха, и мы молимся и бодрствуем, но не надо забывать, что природа склонная ко греху, падшая. Вот. Хотя мы получили в крещении залог Духа Святого, но еще воля-то наша есть, свободная. Раз она свободная, то и вероятность согрешить имеется. И не согрешить имеется. То есть, тут как сам себя хранить будешь, так и будет. Так, братья, давайте вопросы, у кого есть, Игнатий Тихонович, задавайте, пожалуйста. Я говорю братья, потому что имею в виду, что и сестры тоже. Елена Фаур пишет, а лукавый так и лезет, чтоб человек согрешил. Да, Писание говорит, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. У него работа такая. Елена пишет, потому и легче быть сектантом, так как в православии нет никаких гарантий. Правильно, нет гарантий. Ну а там-то ложные гарантии, там обольщение. Там гарантия, что ты в аду будешь, потому что тебя обманывают, что ты уже спасенный. Ничего делать не надо. А раз ничего делать не надо, бороться со грехом не надо, то вот ты уже и при жизни в аду. Потомки Дафана, Корея и Верона, то есть им Господь такое наказание дал, самое страшное, живьем в ад. И вы вдумайтесь только это, что значит живьем в ад. То есть они живут, сектанты по плоти живут, но они уже в аду, то есть уже покаяние, видимо, отнято. То есть они в аду за то, что обольстились, дали себя обольстить, обмануть. Но не все, Господь милостив и к ним, то есть там степени богохульства разные. И примеры масса людей, которые из сектантства приходили в православие. Это вот Игнатий Тихонович, да, такой Господь ему положил на сердце. Мудрые слова, как вот их обратить. Так, тут что нам за простыню скинул кто? Сергей Игнатов. Да что-то по половина по-украински тут. Не будем мы это читать. Политикой пусть политиканы занимаются. Наше дело проповедовать Христа распятого. Надо быть патриотом, патриотом Небесного Отечества, и на этом аминь, Сережа. Уже разговаривали с тобой, что ты нам сюда эту политику все шьешь? Ну, потому что там оно, вот оно рядом, это нам здесь в России. Каждый день Бога благодарим, что Он пробил тихое мирное время. Вот. Ну, поддержим брата Сергея.
Где жизнь, брат? Чтобы отошел он от политики и стал патриотом небесного Отечества. Молись за победу Христа Господа нашего, и все, будешь прав. Чем больше будет истинных христиан, тем меньше вероятность кровопролития. Ибо христиане оружие в руки не берут. Только так можно. Но кто поверил нам, кто поверил слышанному от нас? Да не поверят люди, будут воевать, будут убивать друг друга. К сожалению. Мы поверили, мы на войну не пойдем. Вот. Был тут у нас тоже один желающий воевать, ну никак. Ветром колеблемый. То да, покаялся, что же я наделал-то, а потом все-таки опять скатился на войну, пошел. Подписывался он здесь, гуру. Так же как бы. Вопросы? Ну вот, научились не задавать вопросов, видимо, Игнатий Тихонович. Сейчас в интернете информации много, наверное. Находят там ответы, тем более у нас сокровище такое, сайт, где отвечено 4124. Да сейчас еще и ролики выходят, то есть можно не только читать, но и смотреть, и слушать. Сегодня у нас человек нас посетил, Евгений, с Казахстана, по-моему, народом говорится. Тоже попался вот в наши сети интернетовские. Душа отозвалась, пришел к нам. Так интересно рассказывал о своем обращении. Тоже благодаря роликам с видеоканала «Во свете Библии». Да, Наталья пишет, нет нации, есть христиане, то есть высшее звание во Христе, нет нации. Во Христе нет ни иудея, ни еллина, ни украинца, ни русского. То есть если мы два христианина, то мы не будем спорить, кто из нас правее, там, или за русских, или за украинцев, за донбассовцев. Тут какой-то Костикин. Я тоже благодаря роликам пришел. Пишет вот здесь. Да. Еще нету. Так. Ну, давайте зачитаем. Вопрос о патриотизме. Насколько он допустим для православных? Сергей Евтушенко отвечает. Он допустим только в том смысле, что ты любишь свой народ и желаешь им всем истинная вера в Иисуса Христа, рождение свыше, а стране желаешь мира. Ну почему бы стране... Так, ну... Мира, конечно. Хорошо в мире жить. Слово патриотизм откуда вообще взялся? Это американское слово. Чтобы рыба не пропала, я на стенке вытащил. Ну, кто бы говорил-то, патриот бывший, заговорил.
Она мокрая, такая. Американская. А ты был патриотом-то, не знал этого раньше? Не задумывался. Не задумывался. Сейчас, слава Богу, задумался. Господь тебя задумал. Полностью все переменилось. Кем ты был-то, расскажи. Военно-патриотическое какое-то движение у тебя было? Председатель общественного движения «Ветераны-пограничники», начальник городского штаба молодежного, всероссийского молодежного движения «Юнармия». Микрофон ближе. Слышно так? Да. Начальник городского штаба молодежного военно-патриотического движения Всероссийского «Юнармия», заместитель главы города по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Вот он. Ну, еще он. Еще он. Воевать. Не понял. Учил детей воевать, то есть. Да. Да, натропаливал их чуть что, сразу бери оружие. Идти убивать и быть убитыми. А что, что получилось? Почему ты перестал этим заниматься? Бога уверовал. Стал ролики смотреть, здесь вникать в учение. Поначалу сопротивлялось сознание. Тогда на занятиях спорил, приводил примеры и про многие разные. А потом до меня дошло. Ориентиром Иисус Христос. Еще раз микрофон, брат, у тебя опять. Сейчас слышно? Да. Ориентиром стал Иисус Христос. Именно ориентиром. Который... Можно приводить примеры разные. И про Соловецкий. Опять микрофон у тебя улетел куда-то. Что-то у меня это плохо со связью. Микрофон, да. Слышно, да? Да, да. Ну, в общем, я пересмотрел все, понял. А как отнеслись твои коллеги, которые к твоему решению? Кто-то пошел по стопам или все-таки остались при своем мнении? При своем мнении, я из Юнармии написал заявление, вышел в общественную организацию «Ветераны-пограничники», ухожу оттуда. Еще не вышел, но вот сейчас собрание буду собирать и объявлю, что... Я уже всю деятельность остановил. Просто официальную часть осталось завершить и все. Аллилуйя твоему решению! Спасибо. Какими глазами смотрят на вас-то ваши бывшие коллеги? С недоумением. Но я тверд. Я всем говорю, я в Бога уверую. Я тверд в этом. Но они причину-то у тебя спрашивали, почему ты уходишь? Я объясняю, в Бога уверовал. Это ты нам объясняешь, а им ты даже. Им так же точно говорю, так же точно, с твердостью, голостью, с уверенностью. Места Писания-то расскажи, чтобы любили врагов. Это легко прям. Можешь прочитать даже им. Из Евангелия от Матфея. Вот ты на месте не стоишь, брат, ты растешь. Написано, от веры в веру переходите. Видишь, у тебя все выше и выше. Крещение принял, теперь такие важные решения в жизни. Показываешь другим людям веру, своим примером, да. А еще и можно попроповедовать им. Помоги тебе, Христос. Проповедую, спасибо, Христос. Проповедую Евангелие, 100 книг вот пришло, 25 осталось на благовестии. На прошлой неделе 40 книг раздал. Аллилуйя! А? Да. Сейчас вот да? Красный, да. Благословенец, да? Вячеслав посоветовал в следующий раз 500 брать. Буду брать 500 штук. Там еще он показывается, плюс 9. Святое Евангелие. Это ты... Вот это засев! Вот это засев духовный!
Так, ну... И самое, самое интересное еще скажу. Я, кажется, говорил уже, армейские награды у меня, которые были, которыми я гордился, на груди, которые держал, на праздники одевал. И вдруг они, в какой-то момент я понял, что они потеряли ценность. Они ценность потеряли. Пустое. Все пустое. Все звания, все регалии, все пустое. Зато Христос с тобою, брат. Да. И мы тут рядом тоже, братья да, твои. А отсюда да. Церковь наша жива. Братья и сестры тут рядом. Всегда. Как, всегда. Как крещение-то вспоминаешь? С нежностью? Конечно, конечно. Жизнь изменилась полностью. Меняется жизнь во всем. За столом-то с кусочком хлеба ешь, все как надо. Не всегда. Ну, не забывай про это, брат. Я помню. У меня магазин, я предпринимателем был, магазин у меня был, я торговал питание, пиво, сигареты. Когда уверовал, я убрал и пиво, и сигареты. Плохо слышно, ближе. Ага. Я... Алло, слышно так? Да. Был магазин был, продажи пива, сигареты, убрал все, я банкротился, я пошел, все, признался. Опять микрофон уходит. Что-то у меня это с наушниками, наверное. Слышно, да, сейчас? Да. Знал, что банкротился, убрал. Пиво, сигареты, убрал, банкротился. Но я выступаю на Бога. Я знаю, что на хлеб я заработаю, что он все равно пошлет мне. И действительно посылает меня микроавтобус. Я... Да, плохая связь, брат, плохо слыхать. Что-то брату надо там сделать, да? Микрофон что-то у него. Да, я переведу, что кто не слышал, что он торговал пиво сигаретами. Вот, но уверовал и исключил из оборота спиртные и табачные изделия, обанкротился и ничуть не жалеет об этом, как я понял. Да, брат? Да, ни капли не жалею. Вот, побольше бы таких банкротов у нас. Благослови тебя Господь верой до самого конца. Батюшке сказал вот неделю назад с батюшкой, говорю, закрылся. Так, мол, так, он с таким удивлением, ну, сейчас современная жизнь, надо как-то, я говорю, даже сомнений нет, говорю, в правильности моего решения. Хотя он как бы с удивлением на меня посмотрел, вот так, а семью чем кормить, я говорю, Господи. Микрофон. Ну, что-то у меня с микрофоном плохо, со связью. Ну, починишь, в другой раз расскажешь, ладно? Да. Еще вопрос у кого, братья и сестры? Ну вот, в тему слова, место писания о тебе. Матфея 14:44. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. То есть ты продал это пиво, там, бросил все это, потому что у тебя радость на душе. То есть ты более сокровище приобрел, чем это материальное состояние, там, доходы от спиртного, от табачного. Ты понимаешь, что теперь всех людей, которых ты отравил пиво и сигаретами, нужно возрождать Евангелием. Покаяние у тебя как воздам в четверо, то есть ты... Тела купил, а сейчас душу возрождаешь. Душа настолько больше тела, что Господь простит, думаю, тебе эти прегрешения. Ибо да он в крещении простил, Сережа, ты что так слабенько-то? Господь, говорит, разорвал все грехи природные, за хребет забросил. Ибо ты сотворил грехи, дела, достойные покаяния. Помолитесь, братья, вот кто помнит Андрея и Валерию, так они не попали в нашу общину, так и не пришли.
что-то не решились. Они помолитесь, не чтобы Господь не упустил их. Они изначально не хотели. Не, я молюсь о них, они у меня на молитве, прям на память их имена приходят. Ихняя дочка Варвара, Андрей. Она как крестилась? Валерия или Елена? Ну, мы уже и не помним. Вроде Валерия ее называли. Валерия? Валерия так и осталась она. Ну, спаси Христос их. Будем молиться. Спаси Христос. Может, у кого-то молитвенные просьбы есть, пожалуйста. У кого-то какие-то, может быть, семейные передряги. Может быть, дети огорчают. Вот у меня мама отошла ко Господу, ну все, там причастилась, конечно, не так давно, 19 числа сентября. Помолитесь о Валентине, она верующая. Может, в списке кто внесет ее, помоги Господи. Что душа ее упокоилась там, да? Молимся. Ну да, чтобы, как мы... Желаем, чтобы в вечном покое в Царстве Небесном пребывали, чтобы именно она там и оказалась, когда придем мы туда. Если Бог даст нам, конечно, прийти. Желаю всем спастись. Спаси Христос. Да, молимся, вот Ольга пишет. И в утреннем правиле поминали ее, молились. Спаси всех, Господи! Так, ну что, если ничего нет, давайте помолимся. Достойно есть, а потом Елена Фаур помолится своими словами. Достойно есть яка воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Лена Фаур, молись, сестра. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты собрал нас в этот воскресный день, в этой группе для чтения и изучения Слова Твоего. Да дарует нам Господь жажду исследовать Священное Писание, ибо через него мы думаем иметь жизнь вечную, а оно свидетельствует о Тебе. Дай нам любовь к Святой Библии, хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, Христос. Аминь. Аминь. Семье Семеновой поклон от Игоря Дыбунова. Помоги вам, Христос. Аминь. Так, все.